Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим с вами интересные криптовалюты и среди них выберем топ-3, которым можно присмотреться для покупки, а может быть даже и для спекулятивной продажи. Первое, конечно же, у нас будет биткоин, и вы на экране видите сейчас дневной график этой криптовалюты. Мы видим, как последовательно несколько дней биткоин подбирался к уровню, сформированным максимум по этому бару, 18 391 доллар на бирже Bitfinex. Сегодня максимальная цена была 18 380, то есть, напомню, здесь было 391, а тут 380, то есть буквально 11 долларов не хватило пока что. Но будет дальше интересно. Это что касается биткоина. Пробой и закрепление выше этого уровня будет интересен, конечно. Но не говоря уже про вот этот уровень в районе 21 470. Дальше, конечно же, эфир у нас с вами идет. Эфир сделал тоже поджатие, пробил вчера и закрепился выше недавнего максимума, который был по 1352 доллара 70 копеек. И уверенно идет к уровню ближайшего сопротивления в районе 1678. То есть я бы пристально следил за ним в районе этой цены. Ну а если вы уже прикупили эфир и хотите спекулятивно от него потом избавиться, ну а также рассматривайте этот уровень как возможную цену выхода из сделки. Ну, конечно, возьмем лайткоин, посмотрим, что по лайткоину. По лайткоину уровень тоже понятен. Вот здесь вот максимум 84 доллара 97 копеек. Вчера было 85 102, и, как вы видите, сейчас даже определенный ложный пробой одним баром. То есть лайткоин сейчас не спешит идти куда-то вверх. Сдалека это выглядит вот так. То есть по лайткоину картина не такая радостная, как по предыдущим двум. Ну и давайте еще глянем, например, Ripple, XRP. Что по Ripple можно сказать? Ну, после недавнего хорошего такого падения, Ripple на волне, скажем так, позитива, связанном с биткоином, тоже устремился вверх, но я бы смотрел как минимум вот сюда, по Ripple. Эта цена у нас 41,92 копейки. Еще далеко до этого, но все же Ripple пытается. Ну и Tron давайте глянем. Tron, TRX, тикер его, тоже, скажем так, далек от своих самых сильных уровней. Очень хороший уровень, конечно, у него находится здесь, но поближе ему предстоит преодолеть сопротивление в районе вот этой цены по 0,057. То есть потихонечку пытается он к нему идти, но объемов пока особо нет. Желающих купить много трона пока тоже нет. Поэтому смотрим, что будет дальше происходить. Биткоин штурмует вот этот вот уровень. Если у него получится, много других монет тоже за ним последует. Если вы хотите в следующих обзорах увидеть интересные монеты, более волатильные, но менее известные, на которых можно заработать еще больше, чем на основных криптовалютах, то напишите об этом в комментариях к этому видео, и тогда обязательно в следующих обзорах мы рассмотрим и другие монеты, ибо их более 9000, и только некоторые из них дают хорошую спекулятивную прибыль. Спасибо за внимание и удачи вам. До свидания.